у нас был долгий перерыв, и мы занимались СВП, физическая подготовка была. И потом где-то за 5 дней до игры начали уже в гандбол играть, какие-то упражнения делать гандбольные. Ну, а так было ФП, и вот мы сейчас смотрели, в какой мы форме. Здесь буду откровенен, мы не рассчитывали ни на какую победу, но все равно это не объясняет, конечно, безобразно настроя на игру. Я просто хочу извиниться перед болельщиками, перед своими, перед вашими болельщиками. Ну, это просто, на самом деле, противно смотреть. Это не игра была, а так, отбывание номера. Посмотрев последние 4 игры Луча, где они на равных бились со звездой Звенигорода и могли запросто одержать победу в Москве, и после удачной серии в Ижевске, я девочек настроил на очень серьезную игру.